Хей, гейс, с вами Шимики, и мы продолжаем проходить игруху под названием Толь и Святилище. Так, что мы делаем? А мы делаем вот что. У меня есть одна сфера, хрустальная сфера, да? Ее можно будет потом воспользоваться для того, чтобы святилище сделать нашим. Так, получаем благословение. Так, путешественник нам сейчас не нужен. Что я делаю? Сюда. Мне нужен мешок. Так, вот это, я думаю, в принципе, можно убрать. Так, используем. Косарь, да? А, 500. Так. Повысить уровень. Повышаем. Сделать подношение. А, у нас, у меня нет подношения, ясненько. Так, а что вот это? Магия. Ну, магия мы... А, ну, короче, да, это все-таки начало. Если бы мы выбрали другой класс, то что-то бы из этого дали. А, не суть. Нам с вами нужно прокачивать силу. Желательно ту, которую мы можем. Вот эта сфера, я не понимаю, что дает на самом деле. Может, оно это даст? Дополнительное зелье исцеления. Ну, блин, я хочу его купить, но туда столько лезть нужно. Это уровни нужно левый. И не хочу, ладно. Силу прокачиваем. Силу нам нужно 40, чтобы меч был намного мощней. И теперь так. Убрать, чтобы не мешало. И можно отправляться. Так, если я не ошибаюсь, здесь у нас выход к лесу. С левой стороны у нас выход к нашему, так сказать, царству мертвых. И здесь у нас идет с вами развилочка, куда мы пойдем. Да, мрачноватая игруля. Ой. Немного меня коснули, и дамаг, скажу вам. Блин, не сказать, что большой, но вот от того будет большой урон. От мужичка. Ай, подождите, а мы ж не читали, да? Так, читали ли мы про вас, ребятки? Я даже не помню. Тюремщик. Громила из красного зала клеток. Когда-то напоминавшие людей, эти существа были изуродованы десятилетиями тьмы, болезней и насилия над узниками и других над другими. Так, глиняный призрак. Скопление злодейных духов, скрытых под одной маской. А, так. Многие маги, освоившие колдовские искусства, сталкивались с одним на первый взгляд невинным ритуалом, у которого есть неприятные побочные эффекты. После его применения дух чародея оказался просто не способен отойти в мир иной. Сколько таких неприкосновенных духов в одной глиняной одном глиняном призраке, неизвестно, но принято считать, что очень немало. Так, был. Вот они еще не были. Темный страж. Страж из красного зала клеток носит маску с дьявольской ухмылкой. Эти создания всегда обожали насмехаться над узниками. Так, и вот эти, да, расщепленный мечник. Так, яростный мечник, служивший прежде в Синей Страже, элитном аскарионском отряде. Стража держала ответ только перед герцогом Гарландом. Но тот попал под влияние Пленна, искателя, странствующего колдуна, преобравшегося в свет герцога. Это дало ему возможность использовать стражу в нескольких катастрофических экспериментах с телепортацией. Так, ну все. Погнали вниз. Как я помню, здесь была просто у нас прямая дорожка. Посмотрим, насколько она прямая. Что-то она довольно долго прямая.
Понятно, здесь мне не спуститься. А помните, еще был один громила? Нужно, короче, будет к основанию города, ну, не к городу вернуться, а к основанию острова. И там полазить, посмотреть, спуститься в катакомбы. Кажется, там что-то мы забыли. Там тоже, кажется, были вот такие. Короче, они запускаются чисто в нас. Блять, я боюсь к ним спускаться. Ой. Да, если б я... Ой, ебать. Ну нахер, тихо. Я, конечно, все понимаю. Так, давайте пускай он отойдет. Я спрыгну вниз, убью его. Так как раз свет пропадет. Так, он почти такой же, как и тот громила. Убивается не с одного удара, это плохо. Так, делаем вот как. Подрубая светило, это был хороший вариант. Это куда? Ой, чувствую, сейчас ты получу. Давайте лучше в противоположную сторону сейчас побежим. Так, где я кнопку видел? Так, вот это, да, херь должна подняться? А, вот. Нет? А где ловушка была? Ладно, не суть. Так, фонарь убираем, ставим на силу. Если бы вы знали, как я не хочу туда вообще идти. Так, нет. Я думал, что это место сбитого босса. Хотя, знаете... Возможно. Ты зараза. Спуститься вниз и сдохнуть. Ну, поехали. Кажись, я спасся. А вот о нем такого сказать не могу. Так, фляга хила. Ага, он на один удар все-таки. Блин. Не, ладно, я их ваншочу, этих дурачков. То норма. Так, тут если я спрыгну, я уже не поднимусь. Там еще одна летучая мышь. Она меня, походу, тоже заметила. Так, ты приятель. Минусе пока посиди. Колокол наготове. Ладно. Разобрался как надо. Так, туда рано идти, подождите. Тихо. Вот с этим нужно быть поосторожней. Пускай два удара, но у него атаки такие мощноватые. Опа. Опа. Так, наверх мне не забраться, это по-любому. Я открыл еще куда-то проход. Вопрос только открывается, куда этот проход?
И куда мой проход двигается? Так, хорошо. Ребята, есть два варианта. Один из которых я сейчас делаю. Чтобы не тратить ваше свое время, мы телепортируемся на место. Я поднимаю уровень. Да, повысить. Теперь я древо юзаем. Так, прокачим. И сейчас все-таки пойдем мы с вами полностью в левую сторону. Там, где тупая темнота. Не так туда, если честно, не хочется идти. Потому что чувствую, это плохая идея. Очень плохая. Да, ваншочу. Главное не дать ему атаковать первым. Ой, тихо, я на огнемете стою. Ладно, плевать. Да, вот это я немножко поджарился. Так, давай я к нему не пойду. А сразу сюда пойду. Так, ну это обязательно мне фонарик нужно ставить будет. Тут пиздец стоять, факела. Я могу факела юзать. Разбойничий перевал. Допустим. Факел горит нормально. Так. Ох, точно, я же забыл, что могу отскакивать. Факел хорошо горит. Но атаки у меня становятся довольно-таки слабые. Потому что я не бью в полную силу. Ну, факел хорошо работает. Так, главное понимать, куда стоит мне идти, а вот куда нет. Так, нет, стоять. Я хотел восполнить силы. Понять, куда идет низ по низу. Понятно теперь. Хорошо, это выход на уличку у нас. Факел, скорее всего, на одно потухание он минус идет у нас. Поэтому нужно с ним все пробежать. Ах. Да, глупо было бы там. А оттуда где? А, понял. Я вас понял. Бронзовый ключ. Да уж, прикольно. Я понял, что это за место. Ништяк. Сейчас я сломаю и поднимемся. Я надеюсь, вы тоже, да, поняли, что это за место. Это там, где был вот эта тварь. Там, где была эта тварь. Ага.
Думаете, я забыл? Не, ни хера. Так, здесь у нас наши мужички. Во-первых, что я могу сделать? Заюзать колокольчик? Либо... Не, пойду в магазин, куплю колокольчики. Купить колокольчики — это не такая уж плохая идея. А, все? Так, теперь точно все. Перед тем, как я сяду на костер, сначала нужно прочекать. У кого я мог купить? Колокольчики. Так, чел, давай. Да, на 6000 купить колокольчики. Да хотя... Знаешь, если посмотреть, что я их часто пользуюсь, еще куплю. А насчет этого я... Хотя, можно соль купить. Хотя там мало соли. Она готова, да. У тебя я улучшить ничего так и не могу, да? Тебя улучшить я так ничего и не могу. Так, хотя подожди. Меч. Мне ни одной статуэтки. Ништяк. Ништяк. Так, повысить уровень. Расап. Так, ништяк. Не оставить. Древо навыков. Хотя, да, видите, здесь и так все густо. Готово. Так, ты мне не нужна. Это куда проход? Думай. Все, я вспомнил. Оно мне не нужно. Да, видите, минус то, что типа враги могут вылазить со своих локаций. А что мы сейчас делаем? Мы возвращаемся обратно и спускаемся... Подождите. По сути, у меня сейчас два варианта. Я могу еще пойти там, где рыцарь был. Так. Там светильник. Я могу сейчас на светильник встать. Так, раз. Кольцо бурь у меня есть. Так, усиливать стихийную магию на так... Так, понятно, это, короче, на мага. Только вопрос теперь у меня такой. Могу я умереть, если очень высоко в воздух пойду? Ага, а мне вариантов не дают. Хорошо, значит, продумали. Все. Тогда у меня вопросов нету. Тогда делаем вот как. Восстанавливаю ХП. Отправляемся через этих. Мы вниз с вами. Хотя. Чел. Да. Улучшить предмет. Пускай на всякий... А, я понял. Блин, меч не улучшается. Улучшается с помощью кукол, которые я вообще не знаю, где, во-первых, взять. И на самом деле я не знаю, где их взять. И это плохо. Сейчас пойдем с вами налево. По сути, мы в подвале, да? Да, по сути, мы в подвале. Опа, а челик переместился. Нихера себе. Что это был за проход? Кстати, а что это за проход?
Это чудик, который учил меня летать. А куда его путь держит? Подождите, подождите, я не помню. Я все позабывал. Куда эта пещера ведет? Что это, блядь, за пещера? Затопленная крепость. Я разве помню, что это за место? Аев. Теперь с паутиной. Все, я вспомнил. Это мы пришли в затерянный город. Бля. Да. Короче, торговец. Купить предметы. Давай мне на... Что-то вот так хватит. Готово. Сойдет. Так, ты. Улучшить. Улучшай мне мой меч. А, улучшить. А, нормально. Тут улучшать можно бесконечно. Плюс у меня хватает на ингредиенты всегда денег. Так, купить. Это тоже не то. Ты наемник, который нахер никому не нужен. Так, куда я хотя, хорошо. Куда я бегу? Здесь мы повстречали рыцаря. Я бегу сейчас в крепость. Нельцов. Здесь я иду в самый низ. Так. Если пойти сюда, здесь не должно было быть прохода. Потом я его создал, когда убил улыбающую тварь. Допустим. А так будет дохера темно, да? Или нет, стоять, я здесь тоже был. Или это есть путь, блядь? Ой, народ, я уже не помню, вот честно, я заблудился немного. Куда-то я иду, только забыл куда. Да, это я помню. И что? Типа убил. Думай, думай, думай. Это лесная дорога, да? Здесь я боялся то, что упаду. Но. Но. Мне терять, во-первых, нечего. Я понял, как эту херь проходить. Так, что за колечко? Повышает выносливость. Хорошо, какие у меня есть дерьмовые кольца? Больше уменьшает эффект ранения. Так. Повышает волю. Повышает силу. Воля, сила мне нужна. Уменьшает эффект ранения. Повышает количество соли. Соли мне тоже нужна. Чешуйчатое кольцо тогда заменяем. На повышение тат. Поехали. Здесь я еще не был. Подожди, у меня статистика что? О, а я... Заметьте, я броню одел. Полный сет. Изи, теперь я могу ходить в броне своей. Щечок.
Хотя... Нет, не ништяк. Я что не могу делать? Ладно, сойдет. Держи жемчужина, что ты даешь? Что это за херы? Ого. Допустим. Колокольчики заряжу на всякий случай. Ого, только не говори, что ты меня грохнешь. Тихо, нет. Манать, а что это за место такое? Дальше прохода нет. И сюда больше никак не попасть. Вообще, я не понимаю немножко. Хорошо, допустим, снимаем. И все. Наверх туда я точно никак не попаду. Но туда как-то попасть то можно. Только вопрос заключается как? Ладно, не суть. Хм. Призрачная тыква. Так. Призная тыква внутри обита плотной заготовкой тканью, что делает ее эффективной, пусть и необычной шлемом. Так, безумная королева Лаия была столь не столь же кровожадная, сколько экспериментична. И одной из известнейших ее особенностей была смертельный страх перед тыквами. Если она даст мне вижен в темноте, будет охереть. Чего? Сколько ты весишь, блядь? Стоять, стоять! Сколько ты весишь? Меньше она весит. Так, я, блядь, не понял. Голыми ногами я ходить не собираюсь. А, что я несу? У меня хватает статов на вот эту всё. Ну, знаете, шлем, конечно, с него никудышный, но выглядит классно. Хотя, смотрите, по статистике. А. А, прикольно. Прикольненько, допустим. Что это за место? Смотрящая чаще. И это не то место. Короче, легче заюзать колокольчик, бля, и не мучиться, мне кажется. Ей богу. Непонятно, куда я иду, зачем я иду. Главное понять. Не заблудился я ли я? Нет, тыква не светится в темноте. Она прикольная, как шлем. Хотя... Защита от... атак и рубящих атак. Защита... В основном защита от эффектов, но мне нужна защита от... самих атак, поэтому сорян. Так, а мешочек с землей я еще не нашел, да? Этому чувачку. А, жаль, а где может она быть? Это выход в чаще, вот эту херь. Так, погнали дальше. А, скелетик, я со скелетиками здесь не дрался. Вот-вот, где еще не был. Не, здесь было прыгать опасно. Допустим. Если что, колокольчик заюзаю. А вниз мне как пойти к скелетикам? А?
Но этот проход это не то. Или то. Так, ну там я вижу мученики. То в какой-то степени это, скорее всего, то место. О, здесь я еще не был. Приветствую, солерожденный. Я не такая же, как ты, рожденный в соли. Я была рождена от припечья пламени. Так, твой мир. Опа, так, стопэ. Купить, а что у тебя есть? То, что мне не нужно. Очищение. Вы не нуждаетесь в очищении. Прощение грехов. У вас нет грехов. Путь твой сияет. Прикольно. Так, здесь я еще точно не был, это я точно помню. Так, короче, здесь... Хотя... Подождите, если... Ай. А, то есть так мне никак, да? Я не понимаю, тут ступ или нет? Я хочу узнать, уступ то или нет. Надо, я спрыгну с высоты и сдохну. Но я попытаюсь узнать это. Нет, то не уступ. То нихера не уступ, ладно. Давайте, короче, сделаем так. Здесь можно будет закончить. Я не думаю, что здесь где-то есть проход на самом деле. Туда вниз, катакомбы. Потому что мы открыли просто обычный проход, по сути. Да? И там был обычный срез с левой стороны. Да, там скелет, типа новые враги. Но как туда попасть? Хотя, если с этой стороны есть проход, на самом-то деле... Ага, здесь есть проход. И это святилище, я помню, я здесь подобрал. Ладно, давайте, короче, здесь закончим. Поэтому даже эту использую хилку. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.